Проект «Аул Ель-Бесігі» реализуется совместно с Министерством национальной экономики в 187 селах нашей области с приоритетным потенциалом развития. В них сейчас проживает 87% всего сельского населения региона. С начала реализации проекта было потрачено 28 миллиардов тенге и реализовано 193 проекта. Создано более 3000 новых рабочих мест. Мы работаем и в настоящее время разрабатываем список проектов также 2025 года. Согласно концепции развития сельских территорий со следующего года, в рамках проекта поддержку смогут получить только опорные населенные пункты. Их в нашем регионе 77. Критерии приоритетности сел делятся на 4 пункта. Это соответствие системе демографических, инфраструктурных, экономических и региональных стандартов. То есть при оценке потенциала сел будет присваиваться баллы каждому с учетом приоритетов социально-демографического развития. В рамках проекта «Аул Ель-Бесігі» не предусматривается строительство подъездных путей к населенным пунктам, несмотря на актуальность этого вопроса в нашем регионе. Сейчас в Министерство национальной экономики внесено предложение по включению этой работы в список благоустройства сел. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».